Всем привет, ребята! С вами я, Миронов, и сегодня мы будем проходить игру под названием «Лунтик пропадающей краски». Да, это не Лунтик Икс, это Лунтик пропадающие краски. Ну, то есть пропавшие. Мы с вами недавно проходили игру «Лунтик учит буквы», и здесь то же самое. Давайте мы с вами... Вот сделаем побольше. Так. Там, по-моему, жуткость. Имя игрока. Давайте. Я так. Овыми. Че, ладно. Давайте Вова 1, 2, 3, 4. Ну ладно. Вот он и режим. Так, да. Если это не вы, нажмите здесь. Добро пожаловать. Рона? Что там Рора написано? Рора 123. Ну, я написал Вова. Там как будто написано Рора. Ну, ладно. Играйте. Блин, кстати, иногда нам нужно добавлять, поэтому... Давайте я убавлю. Там, надеюсь, у меня там не пропускается ничего. Звук пропал. Звук сразу же пропал. Где звук? Алло. Блин, походу придется заново запустить эту игру. Я, кстати, забыл. В смысле, почему мне ее не могу удалить? Так. Короче, надо заново запустить. У меня почему-то не было звука сейчас. А, это дрон, то есть... Тут я же... Ну ладно. Что за фигня? Новая игра. Реально краски пропали. А они так будут цветами или нет? Что случилось? Куда делись краски? Ну... Что за ним? Что же теперь делать? Они реально пропали красками. А? Что это? Кисточка, что? Что же еще? Куда это кисточка? Это синяя кисточка. Да, да. Это здорово! Я снова стал прежним.
Не, она не волшебная, ее просто нарисовать надо. Я не буду прописать. Придумал. Прошу друга помочь мне. Помоги мне, друг. Держи. Он меня это спрашивает. Я лунч-то уже 10 лет смотрю. Видите, что правда. Ну давайте так. Что у нас тут? Чтобы помочь ему, кликай по группам из трех и более одинаковых фишек, чтобы удалить его. Окей. Это камушки. Когда ты удаляешь фишки рядом с ними, они разбиваются. Чтобы пройти уровень, тебе нужно разбить все камушки. То есть вот эти вот. Ты должен успеть пройти уровень за отведенное время. Так, тату. Все. Просто за 5 секунд прошел этот уровень. Наверное, даже еще быстрее, чем ютуберы какие-то. По-моему, сейчас был звук из музыки Dota Су-Су-Су-Су. Ла. Да. Комбо. Сам. Но я умею проходить быстро. Лунтит. У нас вот это цветы. Окей. Что-то новое, нет? Да, вот что. Это бонус-бомба. И если ее взорвать, она уничтожит все ближайшие клетки и ляжки. Вау. Бомба взорвется, когда она станет частью группы не менее чем из трех одинаковых ляжек. Ищи и взрывай бомбу, чтобы быстрее пройти. Что-то там одна бомба, не это не. Кому три? А еще вот это. Я бонус хотел взять, ну ладно. Бум! Тут. А, я понял. Я так понимаю, это вниз, вверх и влево, вправо. Бум! Да. Ищи подобные бонусы, чтобы быстрее пройти. Подобные. Почему я вот этот бонус могу подобрать? Нереально. Бум. Ух ты. Ух ты. Тань. Да почему я эти бонусы не могу взять? Ну ладно. Ой, зачем я пропустил? Ладно. Серебряные. Но не то самое. Да, я молюсь. Неплохо.
Так, это пока легко, да. Вау, тихо. Хи-хи. Ха-ха. Хи-хи. Ха-ха. Ухо-хо-хо. Там очень много этих. Бум! Долго это будет, интересно. Не знаю. Ух ты. Чтобы сломать цель, нужно удалить фишку по линии. Логично. И сделай все будет так. Нам. Угу. Бомба! Блин. Почему? А. Офигеть, здорово. Ту-ду-ду-ду-ду. Пум. Это при том, помните, что это игродетство. Это игродетство. Окей. Ла-ла-ла-ла. Супер Томбу 2. Супер Томбу 3. Давай. Ну же, где? Блин. Супер Томбу 4 не получилось, ну ладно. Бам-бам-бам. Все, мы все растрасили здесь. Да, мы все здесь. А, нет, небо еще не растрасили. Вот там еще небо осталось. Что такое? При активации этот бонус удалит все фишки того же цвета. То есть все фиолетовые. Бум! Вау! Оригинально. Ух ты, ух ты. Комбо! Комбо. Неплохо, так бомба. Вау! Пам. Пум. Все, мы все покрасили здесь. Это только первый там эпизод был. В смысле? Что мы еще не покрасили?
Бум. Мы тут уже бомбу уже начали ставить, я так понимаю, да? Ну, бомбу не получилось, ладно. Ну, а бомбу... Нет, это не было супер-комбо. Супер-комбо. Помба. Помба. Ну, там... Бум! Бум! Да, я классно сдаю звуки. Бум! Бум-б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 ум
Почему Тузя? Ладно. Допустим. Прям на последнем уровне. Ой-ой-ой. Лунтик, я тебя везде ищу. Что случилось? Куда делись все краски? Посмотри, что со мной стало. Да выйди. Тузя, я помогу тебе. Зеленый. Как здорово! А что будет с нашим прудом? Не волнуйся, наш друг нам поможет. Помоги нам, друг. Держи. Так, ребята, я сейчас поставлю на паузу, потому что... Пиум! Чё-то малый бонус. Это бонус часик. Если его активировать, то ты получишь дополнительное время для... О, спасибо. Пум! Сейчас будет ещё время, смотрите. Пум! Еще время. Так, все синие цвета. Три бонуса. Ба-ба-ба-ба-бам! Лунтик! Что-то коричневое. Коричневые клетки разбиваются, когда ты удаляешь фишки на клетку. Чтобы пройти уровень, тебе нужно разбить все клетки. Хорошо. В смысле, а где еще? А вот. Ну это было супер легко. За 10 секунд где-то прошло. Почти. Ладно. Погнали, ба-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 
Уже, а мультик. Водить что? Ух ты! Бабочка, погнали.
Вот это сложно будет, кстати. Вау, вот это да. Вау. Бам-бу. Бам-бум. Бам-бум. Не успел, ладно. Я хотел бум сделать очень хороший. Точнее, лазеры. Пам. Листочки. Листок. У банки. Для прохождения уровня удали все баночки свои. Баночка удалится, когда она станет частью группы. Не менее чем из трех одинаковых. Блин, этот автор знакомый, я его слышу везде. Этот автор, он просто великолепный. Бам! В смысле? Ну не взорвалось, ну ладно. Теперь надо так вот здесь. Бам. И бам. Почему? Ух ты! Красивые! Прям только тут дрип из Марио. Похож. Ух ты! Да они не прекращают, а они все прекратились. Бам, 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 бам и бам. Бам и бам. Ты еще, а вот. Бам и бам. Вот тут вроде все изрисовали. Так. Суперкомбо. Вау. Вот.
пчелонок. Почему ты такой грустный? Пчелок нужно собирать нектар, а все вокруг изменилось, и нектар другой. Не переживай, у меня есть одна кисточка. Сейчас я тебе помогу. Не, она там тут Телса сидит. Как же будет в нашей поляне? Не волнуйся, наш нектар поможет. Либо эту фразу стопировали, а либо ее оставили. Ее оставили, ее не удаляли. Я вообще тут. Вот и что это? Что это за банки такие? Для того, чтобы пройти уровень, перевести эти баночки с надом в самый низ игрового. Самый низ, значит. Окей. Давайте опускайтесь в баночки. Ой, они пролетают. А, это им потом застрелка, то, что вниз надо. Вот это уже было, наверное, что-то было. Так, ладно, я понял. Ребята. Бам. Бум. Такой сказал бум, и все, игра поняла. Ба-ба-ба-ба-ба. Лунтит. Мара-мара-мара-мара-мара-мара. Так. Ой. Вау. Дальше тут даже места не осталось. Нет, надо подождать. Все. Ребята, это, знаете что, я даже понял, наверное, почему у меня вначале был последний уровень, то есть последний эпизод первого уровня. Это так. Золотые. Смотрите, пчелёный появился. У нас пчелёный появился.
Ба-ба-ба-ба-ба. Бам. Бум. Бум. Да. А это что? А, понял. Это такое лицо. Глаза. Все. Третий эпизод, четвертый уровень пройден. Это, знаете, это прям тут Супер Марио. Кузя? Да, к сожалению, Кузя. Салончики. Салончики. Коль там... Ой. Обалдеть. Ну и начинается. Бам-б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 ам. Они, кстати, синие творят квадратики, я заметил. Их надо два раза шлепнуть, чтобы потом они превратились в коричневые, и надо их уничтожить. Да вы видите, это все уничтожает. Все просто легко. Все легко. Все легко. Так, мама. Здесь надо еще уничтожить, и вот здесь. А, нет, еще не все, вот. А, еще ну вот. Бам. А где еще? А, вот. Все. Третий эпизод, пятый уровень пройден. Блин, у меня опять без звука. Придется сохранить и выйти. Почему у меня они? Слава богу. Это... Бам-бам. Я так понимаю, следующий персонаж будет этот, она, Мила, потому что... Ну, она тут у меня на четвертом месте идет, так вот. Ну, ладно. Но не то, чтобы лунтиться против камеры. Да я вижу. Так. Бам. Это я игре говорю, если что. Все? А, нет, не все. Ну, я думала, тут надо. Раз так хотите, значит, хотите. Деревья, а потом у меня надо небо сделать. Потом нет ничего нового. Все, погнали. Бам-б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 ам
О, вот это я понимаю, сила. Так. Не, ну неплохо. Я бы даже сказал, очень неплохо. Ой. Здорово, 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 здорово. Па-ба-ба-ба-ба. А, все, небо мы восстановили. Так быстро. Па-ба-ба-ба. Бам. А, вот это работает. А, ну это легко. Прям почти... Все просто уничтожили здесь. Да, теперь здесь. Так. Ну это доктор. Бам. Бам! Не получилось бам. Так, я советую, наверное, сейчас закрывать уши, потому что следующий персонаж будет Мила, и, наверное, она да. Ну, она страшная. Поэтому дуже здоровый. Да. Блин, реально сразу сапировали. А, ее не топировали. Блин, я... Опять же, такой... Короче, да. Пэтмен! Там был сейчас Пэтмен у меня. Что ты там делаешь, Пэтмен, в игре? Ну. Почему с этим на праздник танком против Пэтмен не работает, я не знаю. Хотя я играл туда. Просто, по-моему, против Geometry Dash, по-моему. Или Доктор Ливси. По-моему, Доктор Ливси. Так, ну потом все нормально. Там потом. А, ну да. Бам! Ну. Давай еще. Уровень пройден. Я не думаю, что это видео у меня будет час длиться. Так. Так, ну все, мило, вот радуйся, кулички, они теперь уже вот такие. Серьезно? Бам. Погнали. Супер комбо. Во! Вот это пошла работа. Я вот только одно не понимаю, почему на меня англичане подписались. Потому что я делаю английские видео. Они такие, например, смотрят мое русское видео и думают, что за фигня. А я вам отвечу. Но хотя это не будут понимать. Все за у них есть такой, типа, русский язык.
учебник, он класс, будет прикольно бы. Пройден уровень. Пройден. Сорок минут снимается, ребята. Вау. Ой, блин. Кстати, он нам подставит, мне таких больше не дает. Потому что не таких новых фигур мне уже тут не бывает потом. Кстати, эпизод четвертый. Вот дальше, скорее всего, будут дурсницы. Потом будет Деда Шер и Баба Таба. Если возможно. Давайте я лучше прибавлю. Я прибавил не у компьютера, а прибавил у телевизора. Так. Интересно, почему у меня здесь черный экран? Странно, ну ладно. Все? А, нет, еще. Четвертый эпизод, третий уровень пройден. Что тут мало восстановилось? Так, четвертый эпизод, четвертый уровень, погнали. Молодец! Молодец, я молодец. Четвертый эпизод, четвертый уровень пройден быстро. А интересно, а три звезды это. Ну, не знаю, он. Четвертый эпизод, пятый уровень. Ой, это целая серия. Ну ладно. Знаете, это будто Undertale создаем. Типа когда сердце разбивается там в игре. А, и вот. Да, это Undertale. Сейчас, вот это будет. Пам! Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот так. Ту-ра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 . Пам! Не, реально, дура. Да. Ух ты! Это да, Сия. Ну, давай же. Да вы чего, не разрушали? Ура! Уровень пройден, ребята. Спустя столько лет. Да-да-да-да. Так, ну, восстановилось только... Только вот это... А, ну там еще успеешь. Так, шестой уровень. Thank you.
20% попасть на ванку. Вау! Ну я просто только две медали, только две медали пусть я получу. А еще и 7-й уровень, ё-моё. Ладно. Я даже не заметил, как мы его прошли, ну ладно. Так, лунчик. Еще? А? Нифига себе, тут быстро все установил. Так, ну вроде 8-й это последний уровень. Последний уровень 4-го эпизода. Кстати, вкусницы же коробку достали. Из нее, короче. Из нее, короче, краски все пропали. Так это они все виноваты. Но вы, конечно, ну я их знаю. Он до них добрался. Больше так не будет. Я ждал. Что случилось? Мы нашли коробку, а она разбилась. Но мы же не знали, что она волшебная. И все краски пропадут. Вот почему я все. Посмотри, что с нами стало. Сейчас я помогу вам. Они сейчас аж по-любому. И это все, а все остальное. Все. По-твоему, это все? А кто окрасит поляну? Ну вот, я же говорил. Они же вредные. Наш друг нам поможет. Помоги нам. Они такие. Держи. Что за нафиг друг? Ладно. Надеюсь, это последний эпизод, потому что я уже устал играть в этот игру. 5-й эпизод, кстати. Ну, давайте попробуем. Ой, мне на тот момент, который был в начале игры, только он мне абсолютно не светился. Видимо, я открыл секрет игры, ну ладно. Что-то я быстро прохожу, и это шикарно!
Ё-моё, 50 минут уже снимается. Почему не все? А вот и все. Ё-моё, пятый эпизод, второй уровень пройден. Там мало этого. Я так понимаю, там будет уже на уровне лидер, поэтому ладно. Пятый эпизод, третий уровень пройден. Да, ну уже третий уровень, пятый эпизод прошел. Это так мало. Ладно. Пятый уровень в пятом эпизоде. Так, ладно. Давайте быстро это пройдем. Ой, я же говорил, быстро все пройдем. Да.
пятый эпизод, пятый уровень пройден. Нифига себе. Но, блин, все-таки не все. Все были разукрашены. Это шестой уровень в пятом эпизоде. Но это не так уж и сложно, это просто надо чуть-чуть попотеть, и все будет здорово. Пятый эпизод, шестой уровень крови. Сейчас вот эти цветы вырастут. Да, плюс еще и солнце. Вот еще небо осталось. Небо. А, ну то есть последний уровень — это восьмой. Самый, ребята, последний уровень — это пятый эпизод, восьмой уровень. Вот самый последний уровень. Пятый эпизод, восьмой уровень. Ну, надеюсь. А, это был и есть последний уровень. Слава Богу. Что с тобой, ты? А, понятно. Благодаря Лунтику и его новому другу удалось вернуть пропавшие краски. Спасибо, что поиграли. Ё-моё, ну это было, ребята, это было сложно. Да, и вы посмотрите, прям уже видео идет час. Час уже идет видео. Это уже достойно лайка. Ну ладно. У меня уже были однажды больше, даже час и 38 минут видео были. Ну ладно. А на этом все. Мы с вами прошли игру, и у меня осталось 8%. Ну ладно, всем удачи, всем пока.